искусства с вами здесь. Сейчас будем говорить с основателем, вокалистом. Сейчас спросим у него, лидером группы «Миллионы лет» Артем. Ну, Артем, давай, чтобы тебя быстренько это не тревожить, после сета отыгранного рассказывай, чего, как, что, зачем, почем. Собрались мы заново, сравнительно недавно. Это второй концерт в данном составе. Раньше мы играли такой школьный панк-рок. А ты, кстати, разговаривал с вашим бывшим гитаристом, кстати. Это барабанщик. Или барабанщик он. Но он сказал, что я там раньше играл, я не знаю. Да, ну а теперь мы стали чуть более хэви. На всем на радость. Ну сколько группе лет? Что вообще, честно говоря, ну первый раз слышу. Группе в таком виде 10 месяцев. Группа, которая была до этого, образовалась в году так, в 2008. В принципе, на этих корнях, наверное, мы познакомились с Сашей из группы «Керосин». И все так пошло, потом был небольшой перерыв, а потом то, что вы сейчас увидели. Как выступать было, так сказать, перед «Керосином»? Ну и вообще, ощущения? Круто, круто. Народу, конечно, было маловато, все потянулись на хедлайнеров, на виновников торжества. Но в целом был очень хороший звук, очень приятная атмосфера. Ну да, пару вопросов еще. Почему английский язык вот, ну, столь выбран? Почему? А сначала мы писали только на русском. А потом, не знаю почему, но все русские тексты, стихи, которые мне приходили в голову, стали ассоциироваться с русским роком. Не знаю почему. То есть, когда я пишу что-то, допустим, там, про любовь, да, мне почему-то сразу представляется, ну, там, любовь-кровь. То есть... Морковь, да. Да, да, все. Да. А по-английски, по-немецки можно это срифмовать настолько... Для кого-то по-новому, для кого-то, в принципе, повседневно, но, на мой взгляд, более симпатичный. Ну, понял. Ну, и вообще планы группы на будущее какое-то? Есть что-то? Ну, этой зимой мы планируем что-нибудь записать, что-нибудь интересное, чтобы было что послушать после такого концерта. Ну, и для наших телезрителей, кто, естественно, заинтересуется вашим творчеством, какие-то ближайшие концерты? Пока нет, пока студия. Все, спасибо огромное.